Ребята, перед вами Джили, здесь 1.5 турбо, а вы находитесь на канале Ультравыхлоп. И знаете, что мы делаем? То же, что и всегда. Мы прокачиваем выхлопную систему. Здесь мы переделываем штатную банку глушителя для того, чтобы машина чуть интереснее, более бурляще зазвучало. И это возможно, потому что, несмотря на то, что это китайский бренд, компоненты, и собрана она из японцев, немцев, вагов, что-то есть от Мерседеса, ну, собственно, а душа русская, да, как Стас сказал. Но самое главное, то, что глушитель здесь мы делаем, наверное, одни из первых. И это очень круто, потому что машина буквально с конвейера, и тут все новое. И для того, чтобы этот тюнинг не был заметен окружающим или в сервисе, мы делаем переделку конструкции банки. Это не будет видно, когда мы поставим банку на место, но звук уже будет другой, не штатный. Ну что же, посмотрим, как мы это сделаем, и в конце по традиции звук. Вот так вот.